моя хорошая, домой пойдем, Лена. Засниму вам, попробую кормление. В общем, здесь голову барана, количество 12 штук. Да не, что, ёбкая мать. Выйди, ты идиот, ты сейчас сломаешь мне все. Я перестану. Все, хватит, все, держи. Вкусненько, да, тебе? Василис, это твой жених. Опа. Опа. Все, молодец, сказал. Так, кошки, идите. Ну вот что вы сюда все. Идите вон, дорогой, сейчас укусит, он тебя и будешь знать. Ой, долго. Ребят, ну что, всем приветик. У нас тут переселение. В общем, сюда посадили вот этого кота. Сейчас к нему посадим вот этого друга и поставим еду и воду. Воду и еду. Вот. А этот беленький, что-то он худенький. Я его вакцинировать пока не буду. Сегодня дали еще раз таблетку от глистов. Посмотрю, что выйдет, не выйдет. Если ничего не выйдет, то повезу его к ветеринарам сдавать кровь. Потому что мне что-то не очень нравится колоть в таком... Я его не очень хочу. Но он просто худой, как по мне. Хотя еда у них там всегда была очень много. Сейчас попробуем его отдельно откормить. Вот эти вроде оба толстые. Так, этот вообще толстый. Я его на руки брала. Вот сейчас мы его вакцинируем первым, потом рыжего будем пытаться. Вот, ну, эти поспокойнее, не как дикие кошки. Покажем еще. Так, ну, вот он наш котик Потапыч. Они мокрые, потому что в переноске было мокро. Вот сейчас мы его колем, попробуем. Укол внутримышечно ставится. Надеюсь, он меня не сожрет. Тихо, тихо, тихо. А блокраги, наверное, тоже одеть. Такой плотненький, да, он хорошо отъелся, этот кот. Переноска только узкая. Видно там что-нибудь, нет? Встань с другой стороны, Крис. Так, не, ну, направил. Тоже ничего не вижу. Здесь он меня не сожрет, блин. Ай, молодец, какой котик. Ой, злюка. Сейчас я еще наберу другую вакцину. Ну, вот этого как бы к нему уже более-менее привыкла. Он шипит, но в целом не агрессивный такой. Блин, чуть-чуть такая кожа плотная. Удобно развернулся здесь. Охуеть. Ой, простите. Все. Кожа очень плотная у этого кота. Молодец, все, вакцинировали. Пшикалка. Что у тебя с глазом? Расслабься, давайте кукам будем приучать. Ну все, ну здесь ушки чистые. Да, это, конечно, не как Потап. Такой он худоватый, но не сильно. Самый жирный Потап. Нормальный. Да, я думаю, можно попробовать поколоть его. Он будет так поймать, погладить и уколоть, когда он будет успокоенный чуть-чуть. Все, видишь, ничего страшного. Ну и лезь, не злись, все. Вот злюка какая, злюка, все, не бойся. Ну все, все. Ну, думаю, его можно приучить к рукам, попробовать именно с крагами начинать. Думаю, со временем он поймет, что это ничего такого страшного нет. Да ты молодец, дикарь. Дикаренок. Хороший мальчик, все, успокойся. Вот как. Хороший мальчик. Да.
Все видно там? Угу. Было с этой стороны, кстати. Ты мне светила. Ай, молодец какой. Ну, вот умничка. Ничего страшного, видишь. Молодец. Это был кукольный тифер. Все, молодец, тихо-тихо. Вот, хорош. Все, все, ну не злись, не злись, не злись. Вот, молодец. Тише, тише. Так, мне, кстати, нужна будет что-нибудь помощь подкожник колоть. Леш. А? Давай ты попробуешь его подержать, и я уколю. Мне просто надо будет кожу там оттягивать, я одной рукой не смогу, короче. Где мне его держать-то лучше? Возьми эту перчатку. Один. Вот, бери вот за голову прямо так вот. Ага. Только не из-за души, ладно? Нет, нет. Все, и поглажу. Я не знаю, сейчас его. Ну, на, возьму перчатку, вот так, придерживаю вот здесь. Кожу на палочек, ну, чуть-чуть. Вот ты молодец, хороший мальчик. Все, пускай. Фух, как страшно. Не, ну не так страшно, как тех. Подожди, я хочу поправить этот туалет поставить. Собрать. Все, иди отсюда. Никто тебя не будет идти. Все, все, иди отсюда. Раскидал тут все. Дальше поставим ему вот так. Было к нему этого Потапа посадки, наверное. Пусти эту штуку. Я хочу сделать белье постельное, чтобы мы не спали нормально. Переверну, да? Эти, ну не рычи-то. Чепрашка. Я понимаю, что злодей. Может быть, чуть-чуть нежнее. Еще нежнее. Так, ну все, двух котов вакцинировали. У нас еще одна вакцина осталась для белого, но мы его позже вакцинируем. Так, а эти пускай сейчас. Они просто мокрые, они завтра уже оближутся. Ну, вылежут себя как следует. Будут красивые. Сейчас мы их пока пересаживали, отлавливали там. Ну, эти-то серые, он вообще нормальный, адекватный. Вот этот. Он когда боится, он шпит, но в целом он ласковый мальчик. Он когда успокоится, он прям мурлыкает, трется люди, ну, о людей. И белый такой же. А вот рыжий, он, конечно, злодей тот еще. И этот рыжий как раз пугал вот этих, вот пока мы их пересаживали. У нас там еще в комнате, где они были, трубу, короче, засорилась труба, смыв вот этот туалет. А там это воды все плавало, мы их, собственно, забрали оттуда, чтобы сейчас этого сантехника будем вызывать. Чтобы починил все. Вот. Ну, завтра засниму вам этих котиков. Поэтому теперь они будут у нас здесь жить. А кошки вот эти две, которые тут красивые, отъелись. Вон фарш у них куриный тоже. Вот. Эти вообще жирные стали.
Сейчас потеплее, сейчас минус 27 на улице, мы их выпускать не будем еще. И решила все-таки ревакцинацию им сделать. А ревакцинацию будем делать где-то недели через полторы уже, наверное, или через две. Надо посмотреть, когда мы их вакцинировали. Где-то через две недели, наверное, да, ревакцинацию нужно будет сделать. Потом уже вроде должно потеплее быть, их можно будет выпустить. Вот. Вообще через неделю потепление обещают, и мы, наверное, в это время их и выпустим. Девочек-припевочек. Да, киса. Красивая кошка вот эта вот. Жалко, что дикая. Приручать ее у меня нет желания вообще. Пускай уже гуляет на вольных хлебах. Ой, котят не приносит. Вот, а белый, конечно, вообще самый классный. Вот он наш белый кот. Ну, я говорю, он какой-то прям вообще худющий. Я его сейчас взяла на руки, он как этот... худенький. Я ему дала еще раз глистогонку. Да, посмотрим, выйдет из него, что не выйдет из этого котика. Вот. Если начнет набирать вес, через две недельки тоже уколем его. Если нет, повезем к ветврачу обследовать. Да, сдавать кровь, анализы. Ну, ушки у него чистенькие, зубки тоже. Да, кот в туалет сел. Белый красавчик. Вот. Они сейчас здесь первый день, поэтому им страшно пока. Потом, я думаю, уже через несколько дней они освоятся будут. Увидите, как они поменяются характером. Поменяли немного туалет местами. Сейчас решили их кормить кормом для котят, чтобы лучше набирали вес. Но у нас Потап, конечно, и так толстый, ему не надо набирать. А вот рыжему и белому надо чуть набрать. Они какие-то худоватые, на мой взгляд. Попробуем кормить корм для котят. Они должны быстрее отрастить себе мышцы. Вот. Ну, плюс сейчас еще глистов повторно прогоним. Уже прогнали сегодня. Посмотрим, как пойдет дело с набором веса. Вот. Мазурики. Чего, красавица, домой не идешь? Вон ловушка, заходи в ловушку. Чего ты, чучундра? Сейчас вам поближе ее покажу. Ой. Ти, моя холёсая. То моя хорошая. Домой пойдем, кулёна. Лиса Патрикеевна, а? Ты к Сильвии хочешь? Идем, идем. Ты моя девочка. Проголодалась, нет? Вот она, красота. Да? Что, моя хорошая? Встречает она тут меня. Сильвия, стой. Я тут Сильвию еще держу. Она запуталась. А вот ее подружайки, сестру недели. Да, не такие толстые, конечно. По сравнению с сестрой-то. Девчонки, припевки. Вот. И вот эта вот подружайка хочет к ним. И стесняется подойти, да? В ловушку заходи, красота. Эй, ты морда какая, а? Эй, ты морда. Привет, мой хороший. Вот такие у нас чучундры бегают. Так, Сильвия, не тяни только поводок. Вот он, сколько здесь до нее метров? Метра 4-5. Сильвия, нет, сейчас тебя прицеплю. Подожди, Сильвия. Нет, там. Сейчас сделаю ей поводок. Ну, цепочка, короче, у нее запуталась. Вертляк там неправильно прицепили. Я так и наклоняюсь. Это вообще в 2 метрах от меня сидит. Я только подняла голову. Она такая жух подальше. Хитрожопая лиса. И подходит. Главное, подходит такая. Тра-та-та, тра-та-та. Идет. Что-то тут проверяет, смотрит. Ну, она к этим, к своим подружкам все ходит. Ничего. Все, и тут нормально, конечно. Вот. Соскучились, да? Друг по другу. Вон она как похорошела тут на вольных харчах. Ай, Сильвия, нет. Так, все, пойду Сильвию цеплять, и руки замерзли. Вон она. Территория обхаживает.
Силь, я тебя не отпущу сейчас. Деловая колбаса. На веревочке оса. Там-там-там. Ты нечестно так, эй. Так, укуси его за нос. Драка ко мне. Нет, не пальцы только. Дай жару этим кошкам. Кошка. Эй, ну вот втроем на одного. Василиска. Кошки. Сейчас будет махач. Тауе, плохо себя ведешь. Еще одна идет. Ду-ду-ду-дум. Ду-ду-ду-дум. Окружили. Все. Эй, ну вы хватит пощечину давать, а? Дорога, откуси им что-нибудь. Вот сейчас укусит он тебя за лапу, будешь знать. Ага, Тауи, бесстыжие. Драг разозлился. Ой, сейчас кого-то точно цапнет. Буду знать. Красавец такой. Тут красавец, драка. Вот, теперь тебе надо.
Тауи, ты хуже всех себя ведешь. Подкрадывается тут. Может, еще Диего сюда пустить? Для полного комплекта. Ну, кисочки. Василиска. Ну, хватит, только не бейте его. Видишь, он злится уже. Он тоже рыжий, как и ты. Василис, это твой жених. Опа, вот так. Получила? Он не так прост. Правильно, Драга. Проучи этих кошек. Какой красавец у нас. Борода почернела. Всех заинтересовал, девчонок. Борода-то чернющая стала. Разозлился парень. Не на шутку. Драг разбушевался. Нам сейчас тараканчиком его надо задобрить. Так, ну что, Драга? Блин. Это для Драга, а не для кошек. Эй, промахнулся. Ё-моё, давай, Драга, у нас с руки его. Да не меня, дурачок. Эть, все, молодец, поймал. На другое покрывало. Да, Драга? Кстати, видишь, борода сразу светлее стала. Не такой злой теперь. Еще тараканчика сейчас дам. Так, кошки, идите. Ну вот что вы сюда все пришли? Идите вон, дорогой. Сейчас укусит он тебя и будешь знать. Ой, балда какая. Иди, Растя. Ой, сейчас укусит тебя. Ой, сейчас укусит. Уйди, сказала. Драга. Чё вам всем от него надо, а? Расти, ты чё на него лезешь так, а? Иди. Парня себе выбрала. Ну, ты еще сверху сядь на него и прокатись. Покатай меня, большая черепаха. Ой, чего маленький, иди ко мне, все, пойдем. Отнесу тебя сейчас под лампочку греться, да, Драга? От этих чудовищ. О, кошки, кошки. Ладно, будем спасать мальчика, пока он с кровати не свалился. Да уж, кадры. Тут какой дракон наш. Люблю Агам. Кошке тоже нравится. Вкусный хвост? Походу, да.
чтобы Драга не упал. Ну что, красавчик, пойдем? Домой пойдем, да? Я тебя отнесу домой, мой хороший мальчик. Пойдем. Все, от этих кошек злых. Иди под лампочку грейся, мой хороший. Все, накушался сегодня. Вот так вот, отдыхай. Спокойной ночи. Ребятушки, засниму вам, попробую кормление. В общем, здесь головы барана в количестве 12 штук покрупнее. Здесь маленькие головы для щенков. Вот. Здесь у нас рубец. Этот рубец я им уже дала. То есть у нас съедают примерно вот по такому рубцу еще. Так, это два. Вот такой вот. Ну, где-то килограмма полтора, наверное, весит. Вот каждый. Ну, бывает до 2 килограмм, бывает около килограмма. Вот. Но в среднем... побольше рубец даем крупным волкам, поменьше тем, кто поменьше весит. Вот, это вот все в мешках рубец. Это головы еще не скормили, те, которые были у нас заморожены уже. Вот, это вот фарш тоже привез папа. Сейчас будем делить. Так, ну это еще тоже головы. Это все в мешках головы. Вот это вот, в общем. Так, и ноги. Кажется, это ноги, если не путаю. И там еще у нас есть, сейчас покажу. Короче, здесь тоже ноги, здесь ноги и здесь ноги. Очень много бараньих ног, вот, поэтому все не съедаем. Так, ну, сейчас этот рубец буду замораживать отдельно, чтобы он был такими порционными кусочками, и будем кидать сюда. То есть, ну, цель добиться от них вот такие вот куски, потому что их потом удобно делить, каждый по куску такому кидаешь. И все сытые и довольные грызут. Ну, просто потом рубить его, когда он весь мерзнется, очень неудобно. Вот этим сейчас и буду заниматься. Так, попробую заснять, в общем, как кормлю. Вот, сейчас увидите. О, телефон на морозе тупит. Вот сейчас посмотрите, вот эта вот самая большая голова орфию. Самую главную сейчас я сюда пока кину. Возьму поменьше, какой-нибудь это белушки. Нет, ну блин, темно, конечно, не видно нифига. Да, уже стемнело прилично. Сейчас орфей нет. Так, попробую. Я одной рукой снять, второй открыть. Стоп. На, орфей. Это тебе. Стой, лилуша, сейчас. На, лилух. Это тебе, да. Это, конечно, не увидите, наверное, ничего. Попробую сейчас. За, вспышку получится, но не получится включить. Капец, как тут темно. Я не ожидала. Мне-то их видно. Привет, Орфеич. Ну, что, вкусненько? Ты мой хороший. Да, не видно ничего. Жаль. Попробую как-нибудь потом заснять. Тогда еще раз. Дух. Включила вспышку, но отключила стабилизация. Он там носит свою голову, все. Эй, сядь уже, ешь, лилуха. Сейчас вы тоже поедите. Так, возьмем две еще покрупнее головы пацанам. У нас мальчики большие. Вот эти вот. Так, одна. Вторая. Вот они. Пацанята, сейчас. Так, сейчас. Я же. Ай-яй-яй, нет, не уходи, стой. На, Ив. Ну, ушел. Да, камера, конечно, оставляет желать лучшего, обидненько. Так, и девчонкам. Эти две. Они у нас в этом году будут рожать. Им побольше даем. Девчонки. Одна. И вторая. Стабилизируется, нет? Не видно ни черта. Эти. Едят. Такая мафия, да?
красивая, белая, становится. Родилась вообще черный-черный. Глаза так в темноте светятся. Здесь у нас сумасшедший Розиэль и Фрея. Стой, Розиэль. Да дурак ты что ли? Иди. Да, Розиэль, ну-ка, ну иди отсюда. Это Фрея, блин. Иди туда, скорее. Все, каждому по одной, ишь. Жадный. Ну, какой жадный, смотрите, да? Ну, кстати, могу показать. Эй, привет, мой хороший. Да ну, тихо. Все, ну прекрати. Видите, он как бы рычит, но нет. Не кусает, ничего, можно гладить. Да перестань. Все, молодец, все, видишь. Покушай. Дурачок. Он больше на Фрею реагировать сейчас. Потому что Фрей бегает туда-сюда тоже своей головой. Ешь давай, чучундра. Так, не буду кликать. Привет, ребят. Ну, решетку сломаете, блин. Да не, что, ёптвою мать, короче. Выйди, ты идиот, ты сейчас сломаешь мне. Все, ну-ка, пошел вон. Снимать капец неудобно, мы сейчас Бран убежал, голова здесь застряла, Вудик тянул, это ужас какой-то. Не, ребята, короче, последний раз снимаю вам кормежку, пока нету камеры, это нереально. Вот, вообще хотела показать, что у нас никто не охраняет головы, вообще, в принципе, не защищает их. Ай, Тима, молодец. Вот Вудик тут наслаждается, привет. Да чего ты такой? Я же ничего тебе не делаю, кушай. Дурила. Ты уже так разгрыз, или это вчерашняя голова? Непонятно. Вот он как наслаждается, скажи. Нямкой-нямкой. Кушай. Ой, капец жарко. Няма. Вкусненько, да, тебе? И ушки, и мозг тут. Сейчас там Лекса ждет. Привет! Чего ты, ба-ба-ба? Ба-ба-ба-ба-ба. Ешь давай. Это зажратый у нас. Да? Так как он доминантный, я отбираю от Вудика, я ему даю столько же, чтобы он ел медленнее. Ну, он медленнее ест. Вот. А и он поменьше, чем Вудик, и, соответственно, фух, ему надо меньше, чтобы насытиться. Но я думаю, он то, что не доедает, потом Вуди все равно оставляет. Видите, он такой мусолит, что-то тут думает.